Ближе вокруг сайта. Мира терпели, вы дюйм, сказала Батюсхоз. Все по своим пожеланиям шептайтесь, говоритесь. Минданки киванья, там тут саратно, и тая шуя на телатебен. Én azt javaslom, hogy a közös eredményes munkáját is imádkozzunk. Szent fiú, távoztasson el a nyavalákat, hogy meg ne akadhasson se a húsba, se a csontba, semmiféle tötemibe meg ne akadhasson. Ég szülte tölgyet, tölgy szülte fát, fa szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte Szent Annát, Szent Anna megszülte a Szűz Máriát, Szűz Mária megszülte nékünk a világ megváltóját. Világ megváltója. Parancsold meg a nyavaláknak, hogy mög ne akadhasson, se a húsba, se a csontba, semmiféle tötemibe mög ne akadhasson. Démon, mégis kimondom, démon, kötve legyen a boszorkány, szássza márnak a szőrével, a 60 leánynak a hajával, és a nagy boldog asszonynak az igéjével, hogy úgy ne áthasson nékünk, mint ahogy a Krisztusunk áltana nékünk. Amen. Kibújt a kígyó a földből a fűbe, a fűből a bőrbe, a bőrből a húsba, a húsból a csontba, olyan semmivé válik, mint a só a vízben, a viasz a tűzben. Kibújt a kígyó a földből a fűbe, a fűből a bőrbe, a bőrből a húsba, a húsból pedig a csontba, olyan semmivé válik, mint a só a vízben, a viasz a tűzben.
szívét, a 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 szívét, Сейчас может кто голосом песни петь, и вот по кругу вот держитесь, включи. Давайте все по руку держитесь, нашим предкам поклоняйтесь, свой голос пейте, давайте, держитесь. Вокруг потомственности, крепко. Круг делаете там, да? Круг делаете, да, держите.
na ha ha Слушайте, сегодня 9 числа, лунный день, поэтому ну, поминка вот нашим предкам 9, 8 веку, поэтому поклоняемся всем этим предкам, ваши души, ваши желания, все будет исполнено, все в этом. Верни нам Бога, куина знарта, боча толкарта, чукту жеверики волзун. Вершие, хайракан, вершие, тенгри, тенгри, писти гортру, писти гортру, тенгри, писти гортру, вершие. Все место, давайте, все
Я вам говорю, поэтому вот будет здесь под ним открытый музей, или вот памятник, что реставрация здесь делать, делать, и все это будет ваша душа, ваше желание будет исполнено. И вот каждый раз в этом очагу, вот этому очагу не забудьте, здесь поклонитесь. Ну год, еще год, 7-9 год на вашу работу, нашу работу, чтоб будет продолжать, чтоб дальше будет наше начало жизни, начало века, чтоб будет узнаваемо, чтоб нам предки, чтоб пришли, нам предкам, нашим предкам, чтоб нам помогли, нашим предкам, чтоб нам защитили. Шо
Да в магазине купишь. Все, они, видать, уже говорит, что сейчас, то есть можно было бы подъехать на святилище, здесь недалеко есть святилище, и вот те желания, чтобы они как бы реализовались, надо подвязать ленточку на священное дерево, на клетчатку. Но сейчас ночью лучше не ехать, а вот что с утра, как солнце станет, поедем на машине, ну, в машинах мы можем выехать и подвязать, каждый может ленточку. Ленточки у нас с собой есть, так что не все, никто без ленточек не останется. Ехать недалеко, буквально 10 минут. Это не думать, это брат, еще не после, завтра утром. Продолжаем, когда подвинется, заеду, вот тогда заканчивается это брат. Сейчас я снимаю, все это. Где машина? Мы все завяжем. Это значит, ты леточку тебе. Ты видели, знаешь, что я? Это обязательно. Осталось 10 минут, я сейчас покажу дорогу. А дорогу покажете, да? Сейчас. А? Утром поедем, Альберт. А, утром. Сейчас ночью не надо. Сейчас ночью не надо. За сколько они работают? Сейчас мы должны. Там есть корова, там есть лист. А мы можем найти дерево. Ну, я проведу тогда. Нет, мы, наверное, поедем. Да вы не доедете. Да, привет. Я думаю, можно ограничиться сегодня обрядом. Надо закончить, значит, ограничиться. Сегодня кончится. Идем, давайте сюда.
Спасибо.